приветствую на канале. Воскресенье, военный, так сказать, парад. 10 часов окончания войны, и у нас стремительная атака. Польский клан, отбили они все свои тапки, 6 тысяч набрали. Ну, неплохие команды. Так, сколько у них шотов? Раз, два, три, 4 шота. Поехали, попробуем тоже сейчас отбиться. По центру кара стоит. Первая фиолетовая будет команда. Причем, наверное, возьмем. Можно квинта взять, можно Ригарда. Ригард будет снимать. Давайте баф атаки. На Ригарда поставим 13-й, чтобы он побыстрее все делал, потому что ставка на него в большей степени. Так, камень. Первая тройка есть. Так. Ну, где-нибудь бы вот здесь бы фиолетовый бы подъехал. Было бы совсем идеально. Так, кара ставит уже, да? Вот смотрите, сейчас Ригард зарядится. По идее, он должен все снять. А, нет, он же не снимает. Это не та малина. Так, попробуем сейчас накинуть сюда. Что, заберем их? Кого-нибудь из них. О, прикиньте, не хватило. Как бы тут прокинуть? О, вижу шикарный ход. Вижу ход. Вот такой. Так, давай хил подрубаем. Блин, ну здесь по-любому надо чистить поляну. Больно бьет. Могут у меня ребята прилечь. Так, сделаем здесь. Отлично, фиолетовое. В принципе, и можно Ригарда зарядить будет сейчас. Попробуем. Давайте. Так, так. Этого пока сюда. Ах, надо, наверное, было прокинуть не так. Что, ошибка? Влево давай. Блин, вправо. Так, ну давай вот здесь гарантированно собираем Абакана. Не, выиграли, по идее. По идее, победа. Ну такая, знаете, на тоненького. Поехали сюда. Здесь опять кара стоит. Ну, сюда зеленую пойдем. Здесь мистер Лепус. Причем сейчас будет все быстро, вообще шикарно. Можно Атомаса взять. Можно взять Скитла, можно Деда взять. Не, давайте его второй заезд. Возьмем Деда. Хотя, подожди. Алмур. Мелендар. Скитл. А, ну я Гензеля возьму на второй заезд. Сюда 16-й, поехали. Шикарный бой был первый. Тапок вообще на ура зашел.
Так, второй тапок. Смотрим. Так, ну давайте камень сразу сюда вот выставим. Чтоб тройку сложить первую. Вот сейчас вторая будет тройка. Кара у нас заряжен. Ладно, не беда. Давайте, наверное, сносить вот этот край. Все-таки, мне кажется, более он опасный. Тут лепус стоит. Не хотела, ладно. Ладно, пока там действует уклонение, возьмем вот так, прокинем. Так, уклонились. Единственное, что тут шаману подрежут. Ой, как зелень разъехалась. Так, а мы сейчас через два хода собираем. Так, смотрите, раз. И четыре зеленых. В принципе, удачно складывается. Так вот, раз. В принципе, там Жант сейчас будет бить. Жан несерьезно ударил. Так, ну из всех, так скажем, опасных, это у нас... Вот это вот, Домиция. Из неприятных, да? Давайте ее заберем. Раз, два. Три. И четыре. Хватит. Пока не будем прокидывать. Блин, а Домиция сейчас кого-нибудь заберет, да? Сколько у нее осталось? 179. Ладно. Здесь зеленые подъедут. Давайте пока здесь покрутим. Еще раз накинем деда. Так, ну, кстати, хорошо так идет. Юнан шикарно их, так сказать, песком посыпает. Ну, в принципе, победа. Чего уж тут смущаться. Так, ну он сейчас отхилит. Песок, а у него отхил идет и песок сыпется по нему. Ну, вот так вот. Второй шот. Поехали сюда синими. Моносиними. Возьмем Бену. И Айрис. Бену поставим на четвертый. Ну, такой состав оптимальный. Давайте, поехали. В принципе, здесь и хил. И броня, контратака, даже камень есть. Так, кого бы взять сейчас? Давайте вот этот фланг. Он такой проблемный. Так, ну давай, срезай. Зашибись. Так, где у нас тут могут синие подъехать? Thank you.
Так, он здесь обошел. Хорошо. Ну, в принципе, победа опять. Я думаю, что Айрис здесь загасит его, нет? И этот зашибает. Ладно, сейчас подумаем, собрать какую команду сюда. Ну что, колдовал. И вот наколдовал такой состав. Единственное, что 7-й сюда поставлю. Чтобы Нур у нас побыстрее заряжалась, там чуть-чуть будет критовать побольше. Ну и вообще таких по мелочи моментов еще своих. Так, осталось понять вообще, чего сделать здесь с камнями. Так, красных здесь нет, желтых здесь нет, фиолетовые сдвигаются. Ну да, здесь, может, в надежде, что что-нибудь подъедет. Нет, не подъехал. Да. Неужели пустой? Ну, мы тут уже по таймингам все продули. Там уже и мастер Лепус готов нам поддать ляпуса. Блин, извиняюсь. Что-то вообще как-то слабовато. Слепус нормально так шибанет по синим. Ой, по красным точнее. Ну, у меня единственное, что птицы, там пассивка. Все вот это отрабатывает. Так, сколько с одного камня даст? Не так уж и много. Да, прогорает. Но этот сразу понятно, что тапок будет проигрышный. Сейчас еще ударит здесь. Обошел. Ну, они все, получается, догорают. Кара там накладывает. Может быть, каким-то чудом сейчас клык с одним хп возродится. И все, наверное, да, он один будет. Да. Клык возродился, но он прогорает. Тут кара. Да, пипец. Что клык творит вообще? Хотя бы центр пробили. Так, сейчас мы сюда зайдем зелено-красными. Есть у меня состав добивочный. Вот такой. Смотрите. Ударная команда. Хотя Грозуль. Киляха возьмем. Точнее, Киляна. Вот такой состав. Так, по этим 8, 16, 5, 16, да? Поехали. Ну, Алмур недокачанный, ну и ладно. Зато он сейчас нормально подсрезать будет против стихии. Так, 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 давай вот здесь. Где-то зеленуху надо словить. О. Так, 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 давай здесь. Блин, зелень сейчас полетела неправильно. Вот этого бы забрать успеть. Что, заберем мы его, как думаете? 1500. Там плюс миньон. Срезай. Раз, два. Ага, он сейчас застопорен. Шикарно. Летает. В принципе, из всех он только такой опасный. А ляпус этот. Теперь сюда. Сюда. Ага, вот так кинем. Одним зеленым, ну-ка пробьем, нет?
Блин, сейчас Телурия нормально так собачит. Но у меня там щиты. Ай, жан. Да, такой добив тоже напряжный, на самом деле. Потому что много всего висит. Так, там Телурия все-таки зашибись. Мы ее убрали. Жана давайте прожигать тоже. Ну все, победа. Класс. Ну что, последний тапок. Все воскресли. Желтая монокоманда. Куда пойти? Давайте сюда сходим. Было не было. Очень сильный состав желтый. Тебя можно собаку взять. Или так пойти. С Посейдоном. Посейдон, наверное, у нас проигрывает. А вот обезьяна шикарно здесь зайдет, если желтых сейчас будет на поляне. Хотя бы 7 камней. То вообще могло бы быть шикарно. Итак. Так. Ладно, давай здесь. Есть, подъехал 4. Так, правда, тайминги уже дикие очень. Так, это 5 будет. Ну там Тахир, блин. Да. Тахир. Ох. Сейчас будет мощно. Так, опять она дает. Давай тогда вот так кинем. Раз, два. Прокинем. Насмешка есть. Пробовать сюда филес фока жахнуть. Давайте вот башка сюда как раз прилетает. Сначала айрис фигарит, я понял. Так, там филес фок в мартышку все-таки дал, минус 2. Да, летим. 2 в 2. Прилетаем. Давай вот так сделаем. Желтыми зацепим. Вот так, есть. Вроде живем. Блин, возрождается. Ладно, я хотел 5 собрать, но раз он возрождается. Ну, давай вот так сделаем. Раз. Желтые сейчас, может, подъедут сюда. Что, кабан даст? Ну, кабан... Ух ты, 1000, нифига себе, она бьет. Сильно. Ладно, сделаем, чтобы наверняка. Раздача слонов. 1035. Вот это да. Бах. Ну, такое себе. Такое себе. Ну что, 3700 набили. Вполне. 2200 хеч. Если набивает, выигрываем. Уже пора выигрывать войны. А то давно не было побед. Так. Какие у нас сегодня задания? 2 сундука, 10 элитных. И герои всех стихий. Ух ты. Какой кабан интересный. Давайте попробуем. Сколько у него силы? 2000, наверное. Ух ты. Ух ты, ух ты. Это я вам так, бонусом. Даю.
кабанелла прокинем. Так вот, желтых сейчас. Никто не зарядился вообще. Ладно, давай вот так сделаем. Ну, конечно, сейчас долбанут так нехило. У меня в интересах пробить кабана. Хватит сил? Нет, не хватило. Печаль. Да, кабан нас подопрокинет сейчас. Ну, может, по крайней мере, подопрокинуть. Что такое? Почему? Где моя сила команды? Где моя моща? Все. Сов. Не, ну смотрите, кабан какой сильный, да, сопротивляется. Ух. Блин. Во, кабан живучий, вообще жесть. Просто от вас. Завалили все-таки его. Завалили. Ну, это было очень сложно. Ладно, переиграю. На этом все. Всем желаю удачи и пока-пока.